команд. И 24-й Горка Брит. Тренер команды хорватский специалист. Это очень получилось. И Барселона вратаря. Это Месси. Ну, вы знаете, Иньеста, 9-й Самуэль Этуо, 11-й или 10-й, простите. Даниэль Альвес направо. Это Месси. Для Мансии обидно особенно то, что она не смогла заработать на тех, кто ушел. Контракт закончился, люди ушли. И, как я уже сказал, только один принес в копилку клуба 250 дней уходить из команды. Я хочу играть, на это упирает Гвардиола. И считает, что команда хорошо подготовилась к чемпионату. Все прекрасно. Это Хави. Хорошая передача. Далековато. В изменениях в игре этого клуба. Месси. А нет. Вернее, пропущенным голом. Лионель Месси. Гвардиола доволен тем. Хорошо, Анри выходит. Удар по воротам. На коротке в одно касание. Штрафной. Всем играм для Крещи основное это не только наладить игру в атаке, вообще найти тот вариант, который мяч в игру. Месси. Ну, там его хватают, цепляют. У него 6-й номер, обратите на него внимание. Ну, сейчас, вы знаете, трудно сказать, вокруг кого строится игра по одной простой причине. Подача все, может быть, и не надо было. Но в исполнении вратарей, вы знаете, Оно Манси, Лионель Месси. Где партнеры? Вот там вдалеке двое, Месси рядышком. Ну, а что касается соперника, то от неприкрытой за спиной у Альвеса оказался... Месси. Сейчас он играет впереди, еще ни о чем не говорит. В Севилье, то ли у него были шире полномочия. Марио. Вот, передача в одно касание. Это Реал и Вильярреал. Все это участники. Будет стесняться бразилец. Вот в таких, естественно, что нет в заявке. А Месси. Это Хави. Удар по воротам. Мяч отскакивает сюда по угловому флагу. Месси. Ну, надо страховать. Одному-то справиться довольно тяжело. Но, тем не менее, справляется. Много пропустил для того, чтобы мы не подумали. Я имею в виду поле. Не решились подать в штрафную. Хотя, с моей точки зрения, вы знаете. И против него Марио. Месси заработал угловой. Вратарь вовремя вышел вперед, и мяч попал в него. Великолепен, конечно, Месси. И с носка. Это Хави. Месси. Это Месси. Центральная фигура, я Туре. В середине поля он очень часто владеет мячом. Ну, посмотрите, как выстроен оборот. Месси. Снова Хави. Глеб занял позицию справа. Догонит. Догоняет. Прострел. Депортиво. Реал. Игра играется. В составе Барселон. Это Хави. А теперь уже Месси, который оказался
в середине. Но единственное изменение — Месси стал пробить, не удается. Причем Паласиоса, но не очень получилось. Оборона Нумансии, а команда Нумансии, поскольку вся она в обороне, и победить убедительно. Ну, я думаю, что ничейку бы вырвать, как говорит Роман Догонов. Это на Хаве. Месси. Три игрока перед, в середине второго тайма у этого. Помните, когда он ударил не очень сильно и в падении, я не скажу, что в броске, в падении Хуан Пабло забрал мяч в руки. А так Месси. Маркес идет вперед с мячом. Это Лионель Месси. Абидаль. Ну, много на себя берет. Месси очень много. Месси. Ну, все это надо быть таким же ювелиром, чтобы в скоплении игроков сделать точную передачу. Не может никак вот такую оборону пробить. Неудачно Барселона начинает очередной чемпионат. Я уже... только возгласы восхищения. Вся команда в красных футболках около своих ворот. Ну, в некоторой степени это все-таки антифутбол. На линии штрафной это было. Не терпится нанести удар. Удар по воротам. Штанг! Это Месси. Это Месси. Наверное, на коротке хочет. В условиях плотной обороны со стороны соперника. Это Месси. Надо подавать. Подать.